Салют, дорогие друзья! Сегодня у нас новая распаковка. И сегодня у нас пришел USB-паяльник. Сегодня пришел USB-паяльник. Вот такая вот посылочка. Шла 32 дня. Оценена $5.84. Хотел давно взять USB-паяльничек, смотрел много обзорчиков на эти паяльнички. Вот решил заказать. Давайте посмотрим, что у нас внутри. Все, пакет пустой. Вот такой вот USB-паяльничек. Вот такой вот USB-паяльничек. Упакован в пластиковый блистер. Краткое описание тут на английском, то, что он подключается по USB. Ну, я думаю, небольшая инструкция. 8 ватт, 5-вольтовый, 8 ватт. Ну что ж, давайте попробуем, откроем, посмотрим, что он из себя представляет. Значит, что входит у нас в комплект? Бумажечка, подставочка. Металлическая подставка, USB шнурок и сам паяльничек, и вот это вот, это скорее всего припой, такая пружинка с припоем. Припой я тоже заказал, должен прийти, скоро, я думаю, придет. Колпачок закручивающийся, о как. Пластиковый он, есть кнопочка, я думаю, это кнопочка. Жало, я думаю, не снимается, оно маленько кривоватое. Ну ладно, давайте подключим его и уже посмотрим, что у нас получится. Для подключения давайте воспользуемся опять же моим пауэрбанком и проверим потребляемую мощность вот этим тестером. Ну что ж, давайте все подключать последовательно. Powerbank, тестер. Вот так вот. Давайте подключим сам паяльник. Включили паяльничек. Открутили жало. И включаем Powerbank. Есть. Включили. Значит, что у нас показывает по потреблению? Потреблению пока что ничего не показывает. Давайте включим его. Замечательно. Он не включается. Включился, что-то не пойму. Да, он не включается. То есть он пишет, что потребление есть, 5 вольт ампер нету. Что-то я никак не пойму, то ли он... Вот эта кнопочка должна нажиматься, я думаю, но она не нажимается. Во, загорелось на самом чего. Я так понял, что мой паяльничек не работает. Замечательно. Вот, не повезло мне вот так вот. Не работает паяльник. Ничего не нажимается. То есть все подключено. Тест идет, но он не работает. Ну что ж, ладно, придется открывать спор с продавцом. Не буду я его разбирать, смотреть.
зачем его разбирать, когда пускай продавец уже выясняет, что с этим паяльником. Вот такая вот была сегодня распаковочка. Что ж, не повезло. Будем просить, чтобы выслал другой паяльник, наверное. Если нет, то пускай возвращает деньги. И закажем в другом месте. А с вами я прощаюсь. До новых встреч. Будем списываться с продавцом. Посмотрим, что же нам скажет на это продавец. Всем пока. Оставайтесь с каналом. До новых встреч.